Привет! С вами аномальные новости от Финемора. Давайте посмотрим, что же интересного и аномального произошло на этой планете. Недалеко от деревни Ляды, Псковская область, России, есть очень загадочное место. Заросшее папоротниками чертов овраг. Кажется, что сама матушка природа позаботилась о том, чтобы никто не приближался к этому заполучному оврагу и преградила проход поваленными деревьями. Местные предпочитают даже не смотреть в сторону проклятого места. Так чем же так сильно напуганы жители этой деревни? Какие тайны скрывает этот чертов овраг? Обходят местные его всегда стороной, так как в его окрестностях пропадают бесследно люди. Еще до революции в чертовом овраге без вести пропали сразу несколько крестьян, потом 7 лесорубов и через 4 года еще 9 семей кулаков, которые жили неподалеку. В 1974 году произошла еще одна ужасная трагедия. В деревню приехали 7 грибников, которые решили собрать богатый урожай в чертовом овраге и его окрестностях. Старожилы села отговаривали их от этой опасной затеи, но грибники только посмеивались и сказали, что скоро вернутся целыми и невредимыми с богатым урожаем опят. Однако все случилось в точности наоборот, как и предсказывали жители Ляды. Вернуться из чертового оврага смогли только лишь 2 человека. Они появились на окраине села в ужасном состоянии. Грибники были полностью невменяемыми и так и не смогли внятно объяснить, что именно произошло с ними и пропавшими друзьями. 5 пропавших грибников искали долгое время, но поиски так и остались безрезультатными. А уж сколько здесь сгинуло поодиночке и не сосчитать совсем. Последний необъяснимый случай был зарегистрирован несколько лет назад, когда компания друзей отправилась за грибами и по пути потеряла товарища. Компания не била тревогу, так как потерявшийся человек был опытным грибником и прекрасно знал местность. Разыскивать пропавшего начали только на 3-е сутки, а обнаружили на 10-е. Хорошо еще, что нашли, а не сгинул он вовсе. Оказалось, что все это время грибник бесцельно бродил по округе, ел сырые грибы и молился Богу. Его обессиленное тело обнаружила одна из жительниц села Рудно. Мужчина выжил, но ничего конкретно рассказать не смог или не захотел. Так как, рассказав всем о происшедшем с ним, его, как обычно, скорее всего, упрятали в психушку. Потому что его рассказ, скорее всего, не имел бы никакого разумного объяснения. Такие места, как чертов овраг, заставляют поверить потусторонние силы и злых духов. Чертов овраг – это еще одно аномальное место планеты, которое так и остается загадочным и страшным до сих пор. Если вы знаете о подобных местах, присылайте свои фотографии этих мест и подробное описание происходящих там событий в нашу рубрику «Вы писали». Посмотрим все вместе на эти аномальные места, так как о подобных аномалиях должны знать все. Понравился выпуск? Подпишитесь на канал, поделитесь этим выпуском со всеми, напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания. Пока!